Ну все, дальше я бессильна. Чем помочь? Ничем. Разве что у тебя есть ДНК-синтезатор. Нет, но у Форт Кламат есть магазин запчастей. Могу ну, съездить. Откуда у них возьмется? И снова я купилась. Вообще-то я знаю, где такой взять. Правда? Ну, в твоей лабе, в Кловердейле. Ну да, для этого надо всего лишь как-то перебраться через горы. А, ну да, это же невозможно. Ты знаешь, как туда попасть. Тогда вези меня. Это приказ, мам? Да. Нет, я просто... То есть нет, да это или не приказ. Нет? Ну, не знаю, повезешь или нет? Оденься потеплее. Дик. Слушай, если опять скажешь спасибо, я... Будешь готова, дай знать. Куда-то собрались, лейтенант? Полковник, капитан. Да, мы планируем вылазку за оборудование. Ясно. Как ваша работа? Хорошо. Благодаря Дику, то есть капралу Сент-Джону, я значительно продвинулась. Спасибо, что назначили на мой проект. Лейтенант Уивер тоже добился успехов. Говорит, к концу недели будет готов испытать свое оружие. Я в курсе. Я тоже близка к цели. Вы же понимаете, что вы ценнее любого оборудования. Технику можно заменить, а вас нет. Я уже бывала в Одище. И вполне могу постоять за себя. Удачи, лейтенант. Капрал? Идемте-ка поглядим на проект Уивера, чем он там занимается. Выясним состояние людей. К чему вообще вся эта показуха? Что? Все эти обращения по уставу, звания, униформа. Как-то все это бессмысленно, тебе не кажется? Оглянись! Ты же служил в армии, должен понимать. Это другое дело. Почему? Но тогда в мире было больше людей, не знаю. Потому и армия была для чего-то нужна. По-моему, сейчас она нужнее. Почему? Потому что вокруг царит хаос. Нам нужен порядок и дисциплина, иначе мы не выживем. Я видел много лагерей, где люди живут нормально. Хотя никакой полковник их там не строит. Знаешь, что забавно? Ну, к вопросу бессмысленности жизни по уставу. Нет, что? Я ведь так же думала про ваш мотоклуб. У вас же там были звания. Дорожный капитан, президент. У вас были жетоны, нашивки, татуировки. Как будто своя форма. И когда вы выезжали на дорогу, смотрелись вы как армия. Ну, если на бороды внимания не обращать. Знаешь, если подумать, ты в чем-то права. Я, если честно, удивилась, когда ты пришел в лагерь без жилеточки этой своей. Я думала, тебя с ней ничто не разлучит. Даже конец света. Жилеточка, да? Я еще поговорю с полковником. Может, разрешит сменить форму. Ну-ну, попробуй. Куда мы едем? К Diamond Lake. Там есть старая дорога лесной инспекции. Она огибает город Дилсон с запада. Понятно. А раньше блокпоста тут не было? Был, но я прошел. У дежурных солдат случилось... Медвежья болезнь! Медвежья болезнь? Эй! Эй! Глуши! Все, разворачивайся. У нас приказ не дать никому... Не дать никому что, капрал? Простите, мэм, не видел, что это вы. Приказ полковника. Следить за тем, чтобы никто не попытался уйти в самоволку. Обвиняете меня в самовольной отлучке? Нет, мэм. Так уйдите с дороги.
Капрал, почему вы до сих пор здесь? Не путайтесь под ногами. Да, мэм. Простите, мэм. О, Господи. Мне придется доложить. Да, докладывайте. Звучит серьезно! В смысле? Он сказал, что подаст на тебя рапорт. Как Мэтт это воспримет? Полковник скажет ему, чтобы знал свое место и не ставил под сомнение слова офицера. Боже мой! Что такое? Ничего, просто... Отсюда такой вид! Поразительно! Да, я просто уже не замечаю. Ну, не обращаю внимания. Как можно не замечать? Дух захватывает. Ну да, ну да. Благодарный мир встречает новый рассвет. Если бы ты целыми днями пялился в микроскоп, то оценил бы. О, я ценю. Проснуться с утра живым, это, знаешь, намного лучше другого варианта. Скажу тебе честно, было время, когда я в это не верила. Ну, что можно жить с надеждой на следующий день? Да, я тебя понимаю. Чем ты жил? Ну, как держался? Не знаю. Упрямством одним держался. Слишком был упрям, чтобы сдохнуть. Я тебе не верю. Я ведь сдался, Сара. Правда. А потом, не знаю, Бухарю сожгли руку, и мне пришлось... Я же не мог допустить, чтобы он умер. И я смотрел, как он борется, хотя, казалось бы, какой смысл? Ни хера ж ведь никакого смысла. Наверное, я не хотел... Не хотел его подвести, поэтому я не мог пойти этим путем. А потом выяснилось, что ты жива, и вот в этот момент мне по-настоящему захотелось покончить с собой. Да ладно. Нет, серьезно. Но потом я вспомнил, что у тебя мое кольцо. Вот ради него я и решил держаться. Думал, сгоняю, заберу его у тебя. А в итоге вон как вышло. Паршиво. Точно. Все еще наладится. Ты ведь это знаешь? Ну да. Да. Мы можем победить, Дикон. Правда? Ты меня пытаешься убедить? Или себя? Мы уже рядом, да? Да, подъезжаем к тоннелю Тилсон. Так, помоги мне его сдвинуть. Боже, это что такое? Это сигил. Предупреждение от упокоителей. Упокоителей? Сектанты, упокоители. Они резали себя, поклонялись фрикам, хотели быть как они. И вот что случалось с теми, кто не хотел быть как они. Что, если мы на них наткнемся? Не наткнемся. Поможешь или как? Да, да. Так, погоди. Тут придется протискиваться. Господи. Понятно, почему все побросали машины. Это еще что? Вот на Old Belknap Road есть туннель, по которому мы с Бухарем постоянно ездили. Перед постом Неро выстроилась пробка длиной в милю. И тут нагрянули фрики. Звучит ужасно. Я видал и похуже, но да. Выглядит знакомо. Да, да, это здесь. Надо же. Не думала, что еще вернусь сюда.
Так, понятно. Электричество есть. Ну, это меня не удивляет. На крыше стоят солнечные батареи. Были слухи про генератор на ядерном топливе, но своими глазами не видела. Ну и как мы с тобой туда попадем? Сейчас покажу. Раз уж тут есть электричество. Сара Ирен Уитакер, номер 2007659. Здравствуйте, Сара Ирен Уитакер. Добро пожаловать в научный центр Кловердейл. В прошлый раз вы авторизовались в системе 751 день назад. Подождите. Ну ни хрена себе, какие у вас тут технологии. Да ладно, брось ты. Айри неразумна, она немногим больше, чем помощник в смартфоне. Айри? Автономный интеллектуальный рабочий интерфейс. Боже мой! Что такое? Ничего, просто... Ничего себе! Ты смотри, сколько тут еды! Не понял, как это все не засохло? Ну да, оросительная система же вся на автоматике. Пока есть энергия, все работает само по себе. Да это охренеть. Тут прямо все есть. И еда тебе, и вода, и электричество, здоровенная града. Удивительно, что тут никто не поселился. Ты сам сказал, электричество. Все-таки это 8000 вольт. Попробуй сюда сунься. Видишь? Идем. Они заражены. Поэтому стали такими агрессивными. Поэтому стали занозой в заднице. Наверное, можно вылезать потихоньку. Ладно. Пошли. Да. Что тут произошло? Не знаю. Что? Сара, они все... Они ведь здесь все работали, да? Узнаешь кого? Да. Да, узнаю. Все, идем.